И вновь намасте, дорогие любители табла музыки. Сегодня мы с вами продолжаем и переходим на вторую половину упражнения каяда. Как вы помните из первого упражнения, у нас вторая половина более сложная. Здесь аналогичная ситуация. Для того, чтобы нам начать изучать вторую часть, состоящую из четырех вистаров, давайте мы технически подготовимся сначала. Первая техническая задача. Нам нужно научиться играть 4, 8, 16 раз подряд нашу формулу. Э, ре, и, э. Как это выглядит? Если вы успели заметить, после второго удара вы должны обязательно открыть кисть правой руки, чтобы ее высвободить. Еще один технический момент. Вы должны научиться свободно и легко переходить от одной комбинации к следующей. Вот это соединение нужно отдельно будет проработать. Еще раз. Просто делайте, выполняя 4 раза, например, вы просто останавливаетесь на первом ударе. Внимание! Что здесь важно? Освобождение кисти и повторение двойного удара. Теперь добавьте 2 раза. Еще раз. Отдыхаем. Отдыхаем, расслабляемся. И вновь как будто заново. Теперь давайте попробуем 4 раза. Еще раз. Итак, мы с вами приготовились к изучению пятого вистара. У нас технический элемент более расширенный. Давайте научимся делать это чисто. Один раз, затем по 2 раза, затем по 4 раза и затем по 8 раз. Это будет ваша домашняя практика. Контролируем свободную кисть и открывание 3 пальчиков для освобождения кисти. По 2 раза. Отдых. И вновь. Посмотрите, как это играется живее.